Приедут за 10 минут и помогут пожарным. В глубинках бороться с огнем будут добровольные дружины. С начала года волонтеры уже потушили больше 400 возгораний. Как стать правой рукой пожарного, расскажет Артем Шуварин. Этот гараж напоминает обычную пожарную часть. Тот же грузовик с водой и нашивки МЧС на форме. Но эти спасатели в обычной жизни – повара и дальнобойщики. А тушение огня мужчины называют своим хобби. Их задача – приехать на пожар не позже 10 минут после вызова. Спичка сгорела. Не успел одеться. Идешь тренироваться. Добровольных пожарных дружин в Челябинской области станет больше. Сейчас в районах работают около 17 тысяч волонтеров. Через 5 лет их будет уже больше 20 тысяч. В регионе реализуется закон о добровольной пожарной охране. Он был принят по инициативе депутатов фракции «Единая Россия» законодательного собрания. В бюджете региона на этот год заложили средства на его реализацию. В областном бюджете на 2015 год предусмотрены субсидии местным бюджетом в сумме 2 миллиона рублей для развития добровольных пожарных дружин. Нам необходимы такие силы и необходимо предусматривать ситуации пожаров. Добровольные пожарные дружины в Челябинской области работают около 9 лет. Главы районов обеспечивают их техникой. Они заинтересованы в таких бригадах в первую очередь. Волонтеры помогают профессиональным пожарным. Тушат и квартиры, и возгорания в лесу. Добровольцами могут стать даже девушки. Единственное условие – возраст старше 18 лет. Как только доброволец поступил, то есть он изъявил желание, он регистрируется в реестре добровольного учреждения. Они у нас в учебном центре проходят обучение 72 часа. Для того, чтобы какие-то навыки, значит, постичь, тушение пожаров. Технику и пожарное оборудование добровольные дружины получают из государственных частей. Например, с помощью этого Урала потушили уже около 1000 пожаров, несмотря на то, что машине почти 20 лет. Сейчас добровольные дружины работают почти во всех сельских районах. Там, где пожарные находятся далеко от сел и не могут быстро приехать на вызов. Через несколько лет команды волонтеров появятся в Агаповском и Аргаяшском районах. А лучшие дружины работают в Кунашакском, Увельском, Октябрьском и Сосновском районах. Артем Шуварин, Андрей Ярушев, ОТВ.